Подробности по телефону Волком 350-31-80 и на сайте bosforstroy.by. Спешите! Количество квартир ограничено. Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора. Chill. Аудиопередача на один час, прерывающая суету больших городов. Chill с Артемом Дмитриевым. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Каждое воскресенье в 8 вечера в эфире «Пилот FM».
just the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Информация радиостанции «Пилот ФМ» представляет новости. Среди наблюдателей от БРСМ в Минске будут студенты и работающая молодежь. Наркоторговцы предлагают детям 11-13 лет быть закладчиками. Слушаем подробности. Белорусское государство с большим уважением относится к взаимоотношениям с регионами России. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным. Глава белорусского государства отметил, что наши страны постоянно держат на контроле как проблемы, которые существуют в двухсторонних отношениях, так и положительные моменты. И подобные мероприятия, как нынешний форум, помогают укреплять белорусско-российские отношения. Всего Беларусь на втором форуме регионов в Сочи заключила 67 экспортных коммерческих контрактов. Среди наблюдателей от Белорусского республиканского союза молодежи в Минске будут студенты и работающая молодежь. Об этом корреспонденту БелТА сообщил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Юрий Чичукевич. Минская городская организация БРСМ активно участвует в избирательной кампании. Всего мы выдвинули 850 наблюдателей, то есть в Минске на каждом избирательном участке будет находиться наблюдатели от БРСМ, на некоторых по два. Среди наблюдателей от БРСМ будет представлена как студенческая, так и работающая молодежь, причем 300-350 человек – это студенты. Всех ребят объединяет то, что им действительно интересно принимать участие в избирательной кампании не просто как избиратель, но и как наблюдатель.
Белорусские наркодилеры стали искать закладчиков спайсов среди детей 11-13 лет. Мотивируют тем, что в таком возрасте не наступает уголовная ответственность, рассказал в студии проекта «Твое сегодня» начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД, полковник милиции Василий Лосич, отвечая на вопрос зрителя. Милиция в решении этой проблемы сотрудничает с Министерством образования. В школах проводят родительские собрания, где рассказывают об этом явлении, предупреждая мам и пап, что нужно обращать внимание, с кем ребенок общается в социальных сетях и что ему предлагают неизвестные «друзья» в кавычках. Президент США Барак Обама надеется, что военные переговоры с Россией по Сирии пройдут в ближайшее время, передает агентство Рейтер. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри. Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Вашингтон изучает предложение России по военному сотрудничеству в Сирии. Хотя бы одна мечеть должна...